Все мы с юных лет помним свой двор. Там проходят самые счастливые годы. Потом мы взрослеем, разъезжаемся по свету и создаем по образу детства новые дворы. Наверное, в этом и заключен главный смысл праздника добрососедства. И все, кто сюда приходят, чувствуют себя как дома. Вот эти традиционные праздники двора, они сейчас стали уже традицией, они проходят в каждом дворе. Все зависит от вас. Есть желание, мы всегда готовы прийти и организовать этот замечательный праздник. В этот раз День двора прошел сразу в двух микрорайонах, 15 и 16. На празднике на улице Борисовка много взрослых. Для них двор не только воспоминание о детстве, но и яркая жизнь здесь и сейчас, что подтверждают эти благодарственные письма главы городского округа за активную позицию. Ведь свой уютный мир во дворах можно создавать только совместными усилиями. Здесь столько молодых семей проживает, и в каждой семье по одному, два, три, а может и больше ребенка. И как хорошо, когда мы выходим во двор, и мы знаем, кто с нами рядом. Дети это узнают. В первую очередь своих друзей они находят сразу и готовы всех увлекать в свои игры, даже бабушек. Мы лапту играли. А это что такое? Русская лапта, как бейсбол называют. Нам нравилось, мы играли то, что у нас было в нашем детстве. Поэтому вот мы лапту играли, волейбол играли. Юлия, мама совсем маленькой дочки, готова поделиться своими воспоминаниями и играми. Они тоже интересны. Прятки любили играть и устроить шалаши. Ну, у нас был двор такой очень дружный, и старшие ребята с нами играли, дружили, и мы вместе с ними, и вот всегда строили какие-то шалаши. Здесь создается особая атмосфера безграничного доверия, веселья, фантазии и творчества. Можно попробовать себя и в танце, и в рисунке, и в игре. Двор – это большая семья, это свой особый мир. Ну а если объединить все дворы городского округа в большой общий праздник «Ночь в парке», получится еще больше музыки, улыбок и творческого огня. Уже не первый год в Мытищах проводится акция «Ночь в парке». Конечно, это не совсем ночь, это вполне детское время, и ребятам здесь очень нравится. В программе много музыки. Вокальная студия подготовила концерт про голоса улиц. А голосов здесь и так много, и разных. Гости узнали, как оживают сказки, как реализуются мечты. Нет ничего невозможного, когда на душе такой праздник, а вокруг столько друзей и новых знакомых. Здесь можно и на роликах научиться кататься. И это тоже праздник. Сергей Берзин, Первый Мытищинский.